В новом сезоне мы решили ходить на работу вместе с вами. Каждый будний день мы будем приходить в нашу студию, как в офис, к 11 утра, чтобы рассказать о том, что происходит в мире. Доброе утро, меня зовут Маша Макеева, и я здесь до самого вечера. Здравствуйте, я Анастасия Изюмская, и этот рабочий день мы проведем вместе. Добрый день, дорогие зрители «Дождя». Всем привет, меня зовут Никита Белоголовцев, и я буду с вами целый день. Целый день с 11 утра! Меня зовут Михаил Зыгарь. Самое время потрудиться. Я буду для вас вести сквозное вещание. Меня зовут Елена Погребическая. Так-так-так, а с обедом там что у нас? Слушайте, а вот кто взял мои брюки из гримерки, а? Дайте кофе кто-нибудь. Кстати, перекур-то будет у меня? Поехали! Все! Новости узнают не в курилке. Включите «Дождь» в офисе.